ВК, скажите, пожалуйста, весной посадили персик, прирост больше даже, персик, прирост большой, даже подвой не трогали. Знаете, Чешкова, подвой не трогали. Ветки зеленые, как вы думаете, перезимуют или погибнут? В том году не перезимовал, весь погиб. Укрыть попробую. Или, может быть, подрезать, пока не поздно, но не могу резать. Зеленые черенки персика можно укоренять или бесполезно? Они же не успеют отрезать до холодов. Я на второй вопрос отвечаю. Зеленые черенки укоренять я не пробовал. И у меня нет такой информации, что кто-то пробовал, а они укореняются. Вот. Может быть, попробуйте. Теперь другой вопрос. Значит, у персиков есть две беды. Первое, неукрытые замерзают, а укрытые выпрямляют. Так? Где золотая середина? Каждый это делает, как считает нужным. Я показывал в вебинарах, помните, после зимы, помните огромное количество нарубленного этого лапника, очень много лапника, которыми пригибал, укрывал чернобабья, я этого не делаю. Вот. А потом еще агрилом. Ну, а дальше еще препарат с снежком, все. И я сегодня сделал, ой, жалко, в следующий раз покажу. Я сегодня успел сделать фотографии, успел снять фильм в его саду, но не все сразу. Вот. Если вот так, как он делал, они и зиму перезимовали. У него, правда, и не укрытый, такой же урожай, прекрасный урожай. Ну, год такой получился. Ну, что сделать? Ну, последний год, там за 30-то считанные дни было. Какой же там персик погибнет? Вот. Он мог бы и вообще его не укрывать. Ну, а как угадаешь заранее? И вы, получается, если просто снегом засыпать, он может сопреть. Вот. Я помню, один год, я говорю, Сергей Железов, сыну. Я говорю, возьми парочку, они как раз выросли, вытянули в длину, возьми их, это самое, обмотай и этим самым. Знаете, ткань, которая полы моет, вот эти вот здоровенные рулоны белые, которые идут на тряпки, на полы мыть. Вот. Взяли, это, нарезали, обмотали этим. Вот. А сверху еще этой пищевой пленкой. Приходит наша весна, я фотографии делал, вы же видите, я же как бы учитель, вот, это самое. А фотографии сделал, как это все делалось, вот они, зима, приходит весна. И надо, чтобы мне опять получилось. Стоит персик, не укрытый ни разу, на нем, ну, такой средний урожай, там, сотня-две персиков. И на этом, который был обмотан полностью этим, такой слой, такой, тоже были персики, но какой он был с виду, тот живой, такой весь жизнерадостный, а этот такой несчастный был. Думаю, Господи, да к черту я тебя укрывал. Ну и понятно, фотографии-то надо было делать. А Чернобаев делал то, что я потом назвал, специально эти конструкция, сверху, значит, опять утепление, опять агрил. И я это назвал потом термос, чум-термос. Почему? Наступает холода, а там долго наступает, уже там как получилась теплая избушка, бах, морозы ударили. Потом начинается оттепель, а оттепель страшна. А вдруг проснутся почки и замерзнут. А вот чумя сидит себе, и вот теперь прошла, а он все еще не просыпается. Там, наоборот, теперь холод сконцентрирован под этим чумом. Вот примерно так я вам, как мог, рассказал на пальцах. А фотографии десятки я уже показывал. Сегодня, когда мы снимали кино в его саду утром, вот, мы вспомнили про этот чум, как у него на пятый год вот таких плодиков персиковых получилось на каждом, саженцы были мои, на каждом саженце, а он их укрывал 5 лет, 4 года, на пятый год было по 1000 вот таких плодиков. А вы, ну, видели, кто, ветераны видели. Так, как мог, объяснил. Пусть долго, пусть трудно.